С 15 ноября запрещено курить в 15 метрах от входа в метро, аэропорт, вокзал, а также возле больниц, школ и детских площадок. Сумма штрафов составит от 500 до 3000 рублей. К административной ответственности за нарушение закона о табаке привлечено к ответственности 27 уссурийцев. Причем 20 из них 24 за курение в неположенных местах, 2 человека привлечены к ответственности за курение на детских площадках и 1 человек привлечен к ответственности за курение, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения. За предложение покурить несовершеннолетним штраф от 1000 до 2000 рублей, а для родителей – 3000. За соблюдением антитабачного закона следят наружные наряды. Это патрульно-постовая служба, отдел неведомственной охраны, сотрудники ГИБДД. Но в основном, как показывает практика, протоколы составляются в районе автовокзала, где запрещено курить. От входа должно 15 метров быть. И на самом автовокзале также запрещается курить. Также сотрудники патрульно-постовой службы часто составляют административные протоколы в районе высших учебных и средних специальных заведений. Также стали действовать штрафы за пропаганду курения. Запрещена реклама табака и проведение промо-акций, например, продажи нескольких пачек по цене одной или бесплатная раздача сигарет. За эти нарушения штрафы для обычных граждан составят от 2000 до 4, для должностных лиц от 5000 до 25, для юридических лиц от 80 до 600 тысяч рублей. С июня 2014 курить запретят на перронах железнодорожных вокзалов, в кафе, барах и ресторанах.